Всем привет! Вчера я лежал в кровати, играл в Clash Royale, и вдруг мне пришла гениальная идея. Что если я правша, буду делать все дела левой рукой? Я подумал, почему бы ее не попробовать, а тем более, почему бы ее не снять. И сегодня именно этим я и буду заниматься. А вы на это посмотрите. Приятного просмотра! Первое дело, которое я попытаюсь сделать своей левой рукой, это будет написать обычное предложение. В принципе, я думаю, что это не так плохо для моего первого раза. Хотя... лучше бы я этого не делал. Почему мне всегда в голову приходят такие тупые идеи? Почему, блин? По-моему, пора начинать думать о чем-то другом, а не о таком тупом. То я скоро сам стану тупым. Дальше я решил попробовать что-то порезать ножом левой рукой. И, в общем-то... я надеюсь, что я не порежусь. Чтобы мне было не так сложно, я решил взять не колбасу, сыр или что-то еще потверже, а я решил взять обычный хлеб. Так. Это опять же оказалось не так сложно, и у меня все вышло просто идеально. Я думаю, ну, как сказать идеально? Почти. Тем не менее, я уже почти левша. И вот я снова оказался за своим компьютерным столом. И угадайте, что я готов делать. Я готов играть в свою любимую игру, когда мне не во что играть, Слизарио. Мне интересно, смогу ли я адекватно играть левой рукой и какую массу я тут смогу набрать. Если кто не знает, то тут суть простая. Ты играешь за червяка, другие тоже. И все, что тебе надо, это подрезать другого червяка. Я не буду где-то держаться в стороне. Я пойду сразу в центр, где много народу. Чтобы, собственно, конечно же, вам было интереснее. Смогу ли я убить хоть одного червя? Слава богу, я оказался рядом с центром. Я не могу адекватно играть. Как вы видели, я научился отлично играть левой рукой в Слизарио, а теперь пошли делать остальные дела все той же левой рукой. Так как я не смог придумать ничего оригинальнее, что я мог бы еще сделать левой рукой, поэтому я с левой рукой иду в туалет. Надеюсь, у меня все получится. А вы куда собрались? Не-не-не-не-не. Я туда один иду. Подожди.
Слава богу. Слава богу, у меня все вышло. Идем дальше. Я надеюсь, вам понравился этот бессмысленный ролик, который внезапно пришел мне в голову. Конечно же, вы улыбнулись хоть раз за этот... Я думаю, вы хоть раз улыбнулись за все видео, и поэтому вы поставите лайк и не забудете подписаться на мой канал. Ну а скоро уже новые видео, так что не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить их. Ну а на этом я хочу с вами попрощаться. Пока!